Елена и Виталий, наши замечательные друзья, вот уже 45 лет, сердце к сердцу, душа к душе, рука об руку, поддерживают друг друга, заботятся друг о друге, понимают друг друга, одним словом, любят. А любовь — это такое чувство единственное, которое делает человека сильнее, женщину красивее, мужчину добрее, душу легче, а жизнь прекраснее. И любят они друг друга так сильно и нежно, как будто бы на свете нет ничего похожего ни на нее, ни на него. Нет лучше ни растения, ни звезды, ни человека. Поэтому вот недавно сложились такие строки, сонет. Я не по книгам знаю о любви. Я не по книгам знаю о любви. Она давно души моей обитель. Она всему глава и повелитель. Она и грусть, и радость визави. Не понаслышке ведаю о том, что честь собой являет постоянство. А третьим в этом равенстве простом есть сердце бескорыстного пространства. Я кое-что дознаю о любви. Она моя сестра, моя подруга. Она зажгла огонь в моей крови. Мы одного с ней возраста и круга. Она прекрасна в профиль и анфас, но дарится не каждому из нас. Спасибо тебе, говорит. Вставай, готовься.